Всем привет! Вы на канале Фёвостар! И сегодня Привет, да. Ребята, мы сейчас проведем крутой бой. А у нас один воин, это Волтроед Золотой. Мы его сегодня будем тестировать против всех волчков Такара Томми, которые у нас есть. Итак, Никита играет за своего солдата. Слава берет всех волчков от фирмы Такара Томми. Ребята, вы готовы сделать новый тест-драйв нового волчка от Такара Томми? Да! Поехали! Слава, выбирай бойца на арену. Давай, сынок, выбирай первого бойца. Итак, Слава берет императора Форнеуса Золотого против Валькирии Голд. 3, 2, 1. Пуск! Пуск! Нет, победил Волтроед. Мы сегодня тестируем новый волчок от Такара Томми Голд Валькирию. Итак, Слава, ты берешь Валькирию, смешанный тип волчка от Такара Томми. Поехали! 3, 2, 1, пуск! И это победа за Волтроеком смешанного типа. Счет у нас 1-1. Поехали. Итак, Слава берет у нас Зет Ахиллеса. Спасибо. Смешанный тип волчка. Поехали. Зет Ахиллес и Голд Валькирия. 3, 2, 1. Пуск! Это победа за Голд Валькирией. Молодец, Никитос. Классный, классный, классный. Давайте на него посмотрим. Вот какой боец, ребят. Видите, как крутой? Да. Давай, сынок, выбирай. Кого ты выбираешь? Ты берешь Лост Лонгинус. Давай, поехали. Луинар у нас L2 против Волтрека 4-го Голд. 3, 2, 1. Пуск! Это красиво было. Ничья, молодцы. Ты берешь Зет Ахиллеса Золотого Голд. Итак, на арене Зет Ахиллес Голд и Валькирия Голд. 3, 2, 1. Пуск! Ух ты! Это красиво! Какая ничья, ты проиграл, сынок! Давай, сын, выбирай, кого ты берешь. Ты берешь императора Форнеуса. Поехали! 3, 2, 1, пуск! Есть же, есть. Сын, выбирай, давай, следующее, кого ты берешь? Ты берешь Спрайзен Реквием. Давай, поехали. 3, 2, 1. Пуск! Ух
есть. И это победа за Валькирии Голд. Счет у нас уже 4-2. Никита, ты выигрываешь. Молодец. Хороший, да. Хороший. Давай, сын, выбирай следующий. Кого ты берешь? Ты берешь Surprise and Requiem, смешанный с ним полчка, Такара Томми. Поехали. 3, 2, 1. Пуск! Разная битва такая, а? Прикольная битва. Смотри, он его подкрутил. Ты понял или нет? Славик, да, победил. Но он же проигрывать начал. Ты видел? Твой подкрутил его, и он победил. Ты видел, как классно получилось? Итак, счет 4-3. Никитка, ты побеждаешь. Давайте, следующий раунд. Итак, на арене Крэш Рагнарук против Валькирии Голд. 3, 2, 1. Очень быстро как-то крутит. Никто сильно запускает. И есть Трэш Рагнарук. Побеждает в этом раунде. Счет 4-4 и одна ничья пока. На арене легендарный Спрайзен против Валькирии Голд. 3, 2, 1. Пуск! Легендарный Спрайзен победил. Да. Выбирай, сын, кого берешь? Любого, давай. И ты взял Зиг Экскалибур. На арене Зиг Экскалибур против Голд Валькирия. 3, 2, 1. Пуск! Пуск! Это хорошо, да? Красивый бой, красивый. Ух, класс! И это победа за Голд Валькирии. Круто получилось. Давайте, счет у нас уже 5-5 на арене. Кровавый Лунар против Голд Валькирия. 3, 2, 1. Пуск! Смотри, как красиво, а? Что это за звук был? Итак, это победа. Победил у нас Кровавый Лунар сейчас. И счет у нас 6-5. Слава, ты взял Кошмарного Лунара. Это добрый, как мне наши подписчики пишут, добрый Луи. Итак, итак, на арене добрый Луи против Голд Валькирии. 3, 2, 1. Пуск! И это победа за Голд Валькирии. Смотри, он ее еще подбивает. Да, я подбиваю. Все, есть победа. 6-6. Молодцы. На арене Адская Саламандра против Голд Валькирия. 3, 2, 1. Пуск! Это победа. Смотрите, он стоит, ребята. Вот он стоит, видите? Итак, ребята, счет у нас 7-6. Пока Голд Валькирия проигрывает. И Слава, я смотрю, оставил Валькирию напоследок. Да. Ну, молодец, хоть тут смотри, не видишь, как он подумал. Да. Ребята, наконец-то мы подошли к финалу нашего тест-драйва Золотой Валькирии. Голд Валькирии лимитированного выпуска. Никита, сейчас... Или в Голд Валькирия сравняет счет и будет у нас 7-7. Или же она проиграет. На арене две Валькирии. Валькирия Блу, синяя, против Валькирии Голд. Золотой. 3, 2, 1. Пуск! Все, я проиграла, да, Валькирия золотая
проиграла синей валькирии. Ребята, Слава, как тебе пусковое устройство от Такара Томми? Отлично! Молодец! А ручка как? Тебе удобно этой ручкой запускать, да? Крутая ручка, да? Да. Никитка, как тебе золотой Волтроект? Да, отличный! Отличный! Вам понравилось, ребята? Да! Ждем следующие посылки. Какой? Не, ну я вообще просто говорю. Ждем следующие посылки. Да! У нас на днях вот посылка придет с Америки, там где мы заказывали подарки нашим подписчикам. Ребят, напишите комментарий, кто куда едет, на море или... К бабушке. К бабушке все. На деревню к бабушке, да? А мы подумали с мамой ехать на море. Да. Никитосик, тоже поедешь на море? Да. Хорошо. Мама сказала, что Никита тоже с нами. Отлично. Хорошо. Итак, ребята, давайте нашим друзьям скажем пару крутых слов. Друзья, понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Слава. И Никита. Всем пока.